Когда Манго нашли на улицах Индии, у него под подбородком свисала гигантская опухолевидная масса. Animal Aid Unlimited, спасательная организация в Индии, получила звонок о Манго и поняла, что они должны помочь бедной собаке. Спасатели предложили щенку немного еды, чтобы завоевать его доверие, а затем быстро забрали его обратно в свой штаб, чтобы посмотреть, есть ли какой-нибудь способ избавиться от огромной массы. Осмотрев его, спасатели Манго определили, что эта масса была абсцессом, который, как мы надеемся, можно было дренировать. Они сделали все возможное, чтобы осушить ее, а затем вставили маленькую трубку в шею Манго, чтобы она продолжала вытекать после операции. Масса была настолько большой, что никто не был уверен, когда именно Манго полностью заживет. Хотя после операции у него, казалось, все было в порядке. И всего за 15 дней Манго чудесным образом был полностью исцелен. Масса теперь полностью исчезла, и трудно сказать, была ли она когда-либо вообще. Если бы Манго не нашли, инфекция от абсцесса, скорее всего, убила бы его. К счастью, его спасли как раз вовремя, и теперь он может бегать и играть со своими спасителями. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.